1994 год. Москва. Вся страна, нарезая докторскую перед телевизором, ждет новогодние куранты. Кто-то уже поднимает бокалы за первый интернет-провайдер, кто-то взюзил, так как не сдержал эмоций от прогоревших акций, а кого-то настолько достал семейный быт, что он готов отказаться от праздника, лишь бы поскорее сесть в свое любимое кресло и никогда с него не вставать. Руки бы вам всем пообломать, хулиганы. Зинка, я дома. Тварь усатая. А я говорю, Нива лучше Жигули. Какая Нива? У моего дядьки. Жигули. Классика. А Нива полный привод за него. Ну, вот, кажется, все купил. Тебя только за смертью посылать. Горошек взял? Горошек? Кажется, забыл, что из головы вылетело. У тебя всегда все вылетает. Прям не голова, а домодедово какое-то. Ну, что ты заводишься? А ничего, а не смягчит теперь падение твоей пьяной рожи главный салат новогодний. Сергей, с тебя штрафная рюмка. Знаете, у нас традиция. Из года в год одно и то же показывает. Ладно, посмотрим, в какой прическе сегодня Филя выйдет. На сцене группа «Стекловата». Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне, и звон часов в праздничный вечер. Новый, 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 новый год. Все мечты исполнит новый, 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 новый год. Мы на год запомним. Разукрашена золотом елка. В эту ночь город сказкою стал. Море огней в праздничном свете. Запах мягких зеленых иголок, долгих месяцев наша мечта. Пусть дарит мне вьюга свой ветер. Новый, 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 новый год. Новый, 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 новый год. В нас.
Спасибо, Тишка. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады, что этот замечательный предновогодний вечер вы решили провести вместе с нами. Впереди нас ждет программа, наполненная радостными впечатлениями и удивительными развлечениями. Хотя, знаете что? В пизду, ребята! Всем здорово нашим, ребята! Эпик Файтинг! Четвертый сезон! Я максимально приветствую каждого из вас! Эпичное противостояние нас ждут в этом сезоне, и мы хотим, чтобы вы поприветствовали себя и нас, и всех зрителей бурными аплодисментами. Всем здорово! Здорово, Сява! Сява лучший! Итак, друзья, в этом сезоне вместе со мной прямо сейчас я хочу представить моего соведущего, российский певец, солист группы «Иванушки Интернешнл», главный шепот шоу-бизнеса Андрей Григорьев Аполлонов! Андрей Григорьев Аполлонов, он же Рыжий из Иванушек, главный шептун шоу-бизнеса. Непомерно талантливый и вечно молодой артист. И лишь немногие знают, что у него уже радикулит близорукость тазобедренной подагры. Привет, привет. Ну и человек, без которого, я так понял, никуда. Рэпер Сява! Сява! Всеми обожаемый рэпер, музыкант, шоумен и, конечно же, суперведущий, который первым придумал прятать неспортивное тело под спортивный костюм. Сегодня Сява спокоен и полон сил, ведь рядом нету Стаса Шалтая-Болтая Борецкого. Всем здорово! Сява, честно говоря, не думал, что за несколько часов до самого главного праздника страны я окажусь черт знает где. Ты оказался в том самом месте, в то самое нужное время. Посмотри на эти лица, взгляни в их души, братское сердце, и ты почувствуешь что-то максимально родное и теплое. Это наши самые эпичные бойцы, самые лучшие и непривычные. Взойденные. Аплодисменты самим себе. Брат, все для тебя. Спасибо, но не только для меня, потому что вас ждет обновленный состав величайших бойцов, о которых вы писали в своих комментариях. И мы, конечно, постарались сделать сегодняшний вечер максимально запоминающимся. Но прежде чем мы начнем, ребяточки, по традиции обязательно лайки, комментарии под видео, подписочка по-любому и, конечно же, как мы с вами привыкли, колокольчик. Ну что, друзья, пора рвать глотки и встречать наших ангелов смерти. Поприветствуем ударников и самбистов праздничного выпуска Epic Fighting Championship. Кстати, в новом сезоне мы решили дать шанс нашим подписчикам, которые также проверят мощь своих кулаков на нашей беспринципной площадке. И должен вам напомнить, что если вы будете сильно куролесить в эту новогоднюю ночь, то утром 1 января ваши лица могут быть похожи вот на них. А, вау! Ну неплохо, кстати. По традиции, чуть больше аплодисментов дадим нашим участникам главного боя вечера, в котором зарубится солист группы, премьер-министр, музыкант и очень талантливый парень Пит Джейсон. Брат, встань, поздоровайся с нами. Пит Джейсон, он же премьер-министр. Пожалуй, не буду шутить про него, а то еще позвонит кое-кому. Поэтому просто красавчик! Привет, Пит! Противостоять артисту будет не менее талантливый энерджайзер 90-х, российский певец, рэп-исполнитель, самый бодрый участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Ваши аплодисменты! Гарик Богомазов! Самый популярный отпетый мошенник нулевых. Знает толк в музыке и три цифры вашей карты на обороте. Перед выходом на сцену у Гарика вскочил герпес, но он смог убедить всех, что всяко разное это не заразно. Такого выпуска еще не было. Вас ждет реальный супер-трэш. Дамы и господа, у нас же сегодня 90-м 30, 94-й. 24-й. Начинаем! Ну что, настроение по-настоящему праздничное. Всем все по кайфу. А меня пугали, что здесь будет дикий трэш. Андрюха, родной, братское сердце, это только начало. То ли еще будет, то ее и прямо сейчас будет праздничная хашлама. Я тебе даже больше скажу, будет аджаб-сандал, потому что мы только подобрались к
первой паре, которую я хочу объявить. И наша первая пара под ваши бурные аплодисменты — Супербаки против Пивозавра. Встаньте, ребята! Ладно, ребят, я так понял, это Пивозавр был, Баки у нас сидит здесь. Брат, я знаю, что ты задолго до начала съемок и вообще понимания, когда что будет сниматься, был уже здесь в Москве. Ты даже не знал, возьмут тебя, не возьмут. Ты как-то здесь перебивался, жил то там, то сям. Сводил концы с концами. Что тобой движет? Почему ты так хочешь попасть на наше шоу? Я давно хотел попасть в Эпик, еще до кастинга. Подавал заявки, много заявок. В итоге сейчас прошел. Я приехал, не знаю, возьмут ли, не возьмут, просто наобум. Главное — верить в себя и все. Я верил в себя, и у меня все получилось. Супербаки! Боец, который прошел кастинг и ворвался в новый сезон. За его спиной, помимо прыщей, уже есть медийка. Недавно он заскочил на шоу к Басте, чтобы светануть лицом и доесть остатки со стола. Сейчас я здесь, и я хочу обратиться к Пивозавру. Воу, ты что-то там пел, типа я аниме-телка или еще что-то. Сможешь ты мне сейчас это сказать? Давай. Давай. В лицо сможешь сказать? Да, могу. Господа, у нас сегодня праздничный вечер. Скажи, аниме-телка, скажи. Аниме-телка. Значит, надо по-праздничному. Это был... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувак, я должен дожить до боя, ты понимаешь? Это был праздничный нокаут, походу. Все, для кого-то Новый год может закончиться в каталажке. Чувак, в бою покажешь себя, сейчас так, давай я расставлю все по местам, а не он, короче, а ты тёлка. Ну так и выходит. Так, разойтись, у нас продолжается интеллигентный разговор. Все должно быть по-честному, вы тут за спиной-то. Мальчики, ну как некультурно, за столом праздник. Пивозавр сегодня максимально... Смотри, он просто готов на все. Чувак, сейчас мы отдыхаем, а потом будем биться. А ты говорил, трэша не будет. Какой биться, блядь? Да ты говорил, я знал, что он будет. Тапки, верните. Пивозавр потерял тапок, слетел тапок, так еще и два слетело. Хорошо, что тапочки не белые. У меня к тебе вопрос, Баки. Вот ты приехал значительно раньше, а тебе где-нибудь удалось потренироваться? Или когда ты узнал имя соперника, ты сразу забил на тренировке? И до этого я не тренировался, и после. У меня не было денег, у меня сейчас даже денег нет. Еле как я на метро нашел деньги, чтобы приехать сюда. У меня тяжелое сейчас состояние. Ну, а тренируешься где-нибудь? Вот только что он потренировался, ты не нормально. Видел? Нормально. У него сейчас только что была тренировка. Практически Баки в прямом эфире. Нам поподробнее, потому что зрителю будет непонятно, что ты налетел на Пивозавра сходу просто. Мы еще даже вас не познакомили, ты ему сразу начал бить его прекрасное красивое личико. Он записывал, посмотри на меня, слышишь? Смотри на меня. Но он рассказывает о зрителю. Так а ты кому говоришь, что, блядь? Я говорю, не блядь мне. Я тебя сейчас еще не бью. Давай, давай к делу. Стой, давай к делу. Баки, расскажи нам конфликт. Что случилось? Почему ты ему набил морду? Он написал песню про меня. Он там пел такие слова. Что-то типа, будешь валяться на полу октагона, как аниме-телка. Все такое. Кук слева, кук справа, апперкот подбородок. Баки будет валяться на полу октагона. Будет хлопать глазами, словно аниме-телка. Все в округе знают, что упадет очень громко. Решил потрешсочить? Вот тебе ответка. Все правда. А? Ты любитель аниме, значит, ты будешь валяться, как аниме-телка. Все правильно. Я аниме-телка. Я просто не хочу сейчас повторно, чтобы охранить. Нет, слушай, я не говорю, что ты аниме-телка. Судя по тому, как ты сейчас потренировался... Да, подожди, остынь чуть-чуть. Ну, у меня сейчас вопрос к Пивозавру. Давай, давай. Друзья, на самом деле у нас сегодня аниматоры присутствуют. Чувак, привет, кто ты, откуда, расскажи о себе. Я из города Северодвинск. Я пришел сюда, потому что меня позвали на Epic Fighting. Хочу сказать спасибо за это все. Пивозавр! Еще один новичок. Вряд ли кому-то интересно, что он отрастил длинные волосы, чтобы спокойно писать сидя. Тут больше интересно, с каким выражением лица он придумывал свой никнейм. Я Пивозавр, детка. С вами был Пивозавр. Блин, ну круто же звучит. Пивозавр, блин. Я очень рад находиться здесь. Хочу сказать своей девушке Марине: до свидания, нахуй, мне больше не нужна, потому что здесь есть потные мужики, которые меня интересуют больше, чем ты, нахуй. И здесь... у тебя есть я. Да, все верно.
Здесь веселее, чем с тобой. До свидания, сучка. Только на Эпик Файтинге, друзья, тебе бьют бусинку, а ты говоришь: спасибо большое, я так благодарен находиться здесь. Это 4-й сезон. Пивозавр, мы тебя приветствуем бурными аплодисментами. А вы со своим соперником только что сейчас увиделись? Или до этого только... удалось обменяться подколками? Только мы увиделись что? Первый раз, и он сразу показал себя как, я не знаю, как зомби, я не знаю, как кто. Сразу он летел на меня как вообще неадекват полный. Слушай, на, когда ты я, говоришь, честно говоря, смотри, не слышал блядь, трек. Вспышка стояла! Я не буду бить. Когда ты говоришь, давай, смотри в лицо. Давай, так ты подойди ко мне нормально, а не со спины. Пивозавр! Когда я к тебе со спины подходил? К тебе я обращаюсь. Я первый раз слышу о том, что ты посвятил Баки песню. Можешь пару строчек из трека? Если он сейчас поет, я его е... Буквально пару строк. Если тогда не надо, споешь, я... тогда не надо, Сева. Надо, Бак, надо, в смысле? Поет. Песня была мы в истории Инстаграм под гитару. Сейчас, если я вспомню, то я ее озвучу. Вспомни. Чувак, ты понимаешь, что я рок-музыкант, что я пишу песни под гитару, и я не обязан запоминать песни вот для таких чуваков, как ты. Для каких? Ну вот для таких, я не знаю, нефоров из Дагестана. Я нефор, что ли? Ну конечно, а кто это еще? Ты че, Эй, хорош! Так, так у нас вечеринка. Добой, добой строчки, добой! Ребят, ребят, дайте мне дожить добой, я его р... Отвечаешь ты за свои слова, давай ты... Так я отвечаю, конечно. Чувак дорвался до тренировок, нормально. Что будет, если не разберешь? Ну, как говорится, из песни слов не выбросишь. Вот, ребята, в следующий раз, музыканты, пишите песни, чтобы так никого не обижать, как Баки. Пивозавр. Что-то у них туфли слетают по очереди. Ваши аплодисменты. Вот этот человек просто сейчас показал, он написал песню, и он был готов лицо в лицо ее спеть. Человеку не просто где-то за спиной написал, он прям написал трек и тут же его пытался его исполнить. Ну да, получил по щам, ничего такого, зато по-пацански. У меня сейчас даже любопытно, Пивозавр, ты хочешь что-нибудь посвятить, пожелать своему будущему сопернику в новом году? Не знаю, он, конечно, мне много зла сделал, но все равно я желаю ему добра, желаю ему светлого нового года. Вот, как светлое пиво, которое я уже всосал в себя вот на премьере Эпик Файтинга. Ну, и я не знаю, наверное, все. Новые треки ждать, посвященные Баки? Посмотрим, как ну, содержание песни будет известно после их боя. Баки, тебе выпал шанс заявить о себе как о новой восходящей звезде Эпика. Чем ты отличаешься от наших ребят и на что ты готов в этом сезоне? Сынок! Жирный, садись на место! Ты мне обещал бой дать! Борецкий, твоя бой, весовая! Твоя бой, весовая, Борецкий! Подожди! Паркадыча, я тебе это отдаю! Иди порви его, сын! Мне нужно! Иди его порви! Сами, кого вы иди. Вызываете? Иди! Кого вы вызываете, а? Вот это что за тебе пушилы здесь? Принеси, пожалуйста! Ты мне нужен! Я хочу выйти с тобой! Внебрачный сын Стаса Борецкого. Судя по лицу этого толстячка, Стас Борецкий никому не сказал, что тайком снашался с буханкой Бородинского. Вот это я покушать тело пришел! Дадим, он твой! Забирай, брат! Смотри, только унеси! Конечно, только есть можете! Я шеф-повар, я готовлю лучше! И тебя я приготовлю на ринге! Спасибо, я такой не ем! Это кто? Ты кто? Я? Да. Узнаешь меня на ринге! Давай или сейчас, хочешь сейчас, давай! А ты что, куда ты лезешь? Ты что? Врачу какой-нибудь! Рот! Стоять! Стой! Замена! Прекрасный! Я салат доел. Ребята, обновите салат. Шоу продолжается. Шеф, мне нравится шеф, этот праздник. Прекрасное застолье, ребята. Очень позитивное. Самое главное, что на Эпик Файтинге всегда льется счастье. Знаешь, оно такое... Красного цвета. Красного, алого, любого цвета, прекрасного. Цвета кумача. Да. Баки, я смотрю, ты отлично проводишь время. Настроение у тебя хорошее. Я вижу, что ты хочешь заявить о себе, как новый боец. Давай, пару слов хочешь сказать. Давай, давай. Я готов заявить о себе, и вы меня запомните. Я вам это обещаю. Я пришел не просто так здесь вату гонять.
Кто бы ни газанул, я буду в обратку газовать. Нехер на меня газовать, блядь, что ты, блядь, другой. Вы что, хотите себя поверить, что ли? В натуре, мужик, красава! Какие бы ни были, блядь. Скажи, ради чего ты пришел? Ты хочешь пескун, скажи честно. Пошла она на, блядь, и ты тоже. Ты пи***ешь. Ну, давайте поаплодируем, Бакин. Пацан пришел, пацан здесь. Бакин, тебе выпал шанс заявить о себе как о новой восходящей звезде Эпик Файтинга в четвертом сезоне. Чем ты отличаешься от наших ребят и на что готов в этом сезоне? Характером, красотой в бою вы все это увидите. Хоть я недавно не занимался ничем, у меня нет никаких там навыков, но на улице я дрался. И я знаю, как показать красоту. Я хочу работать на аудиторию, на фанатов. Я хочу показывать им красоту, потому что они хотят это видеть. Они скучные гребаные бои, которые здесь показывают в основном. Дерутся как старые, я не знаю. Окей, громкие заявления, конечно. Скажи мне, пивозавр, сколько тебе надо пива всосать, чтобы закончить бой в первом раунде? Ребят, ну как получится. Может полторашку, может две. Я могу сказать, что вот он там с кем-то, он говорит, но он бьется только с бомжами за теплотрассу, вот и все. Но уличный бой сложнее, кстати. Уличный бой — это не просто так. Уличный бой, да. Пивозавр, вот ты на себе уже ощутил пару ударов от Баки. Что скажешь о сопернике, как тебе? Ну, я могу сказать, что он бьет не сильно, то, что я даже, ну, я не знаю, в нокдаун не улетал. Все было под контролем, я не собирался сегодня с ним драться. Собирался просто кайфануть сегодня с вами, поздравить всех с Новым годом. Сказать, чтобы Новый год был светлым, как светлое пиво, которое вот у меня сейчас в желудке. Вот и все. Бак. Вот и все. Да. Скажи, пожалуйста, кому писать, если тебя отмутузит пивозавр? Заявление не пишу, так что это не ко мне. Проиграю, проиграю. Шальная все равно может залететь. Это бой. Нет недооценки. Кстати, я андердог. Какого черта я андердог, я не понимаю. А в комментариях все... Ты видел комментариях? Все топят за пивозавр. Пивозавр – это изи, пивозавр в первом раунде. Тебе придется доказать и показать, что ты лучший. Я обещаю показать красоту и дать тебе сильный бой. То, что я сейчас бил, я просто бил, чтобы тебя не побили. Короче, вы сегодня погладили друг друга, погладили, понятно, ребята. Да, так, притерлись. Баки, скажи каких-нибудь пару слов напутствий, новогодних пожеланий пивозавру. Что бы ты ему мог пожелать перед боем? Не пей много пива, тебе будет плохо, потому что в бою... Ну, не пей. Выйди трезвым. Я же хочу, чтобы ты вышел трезвым. Верь в себя и просто газуй. Будь в самой лучшей форме. Я хочу этого. Просто хочу, чтобы ты дал мне хороший бой. Чтобы люди насладились. Чтобы аудитория поняла это, увидела этот бой. Всем понравилось. Ну вот, смотрите, ребятки. Вот таким вот позитивным настроем Баки, короче, пожелал пивозавру, чтобы он себя чувствовал перед боем прекрасно. Друзья, перед тем, как мы пригласим бойцов на стардаун, мы решили прямо здесь и сейчас устроить для наших новичков самый настоящий обряд посвящения в Epic Fighting. Котел в студию! Опа! А вот он и наш волшебный котел, друзья. Чтобы стать полноценным участником Epic Fighting, вы должны испробовать наш новогодний пунш. Всего один глоток этого напитка сделает вас полноценными участниками величайшего промоушена. Прямо сейчас давайте позовем сюда на сцену наших замечательных Баки. Давай ты, кто еще у нас? Пивозавр, газуйте сюда. Кто готов испить нашего пунша? Подходим. Подходим. Что, ты один? А, вот твой будущий соперник. А что это? Слабо безалкогольный. Пахнет иришкой чики-пики, я не знаю, что это, но... Пискун? А есть она здесь, чтобы залить обратно ей? Есть? Кто? Пискун. Нет, пискун здесь не пахнет. Мы прямо сейчас берем друг друга наполняем и на брудершафт херачим. Ну что, давайте, газуйте, ребятки. А мы позавидуем. Это типа нужно выпить, да? Это надо разлить друг другу по-дружески. А типа вот так выпить? С кайфом. Как? Будешь пить? Ой, будешь пить? А что ж вы творите-то, господи? Нехорошо, вот не получилось. Вот это дружеское чаепитие. Я такое дерьмо делать не буду, так что... Сейчас я бы обиделся. А мы это тут при чем? Это некрасиво сейчас было. Мог бы ранить кого-нибудь. Не лечись! Сейчас все полетит на нас. Мы-то здесь при чем? Лучше закрой свой рот. Не подходи, а то я тебя еб...
Я я не буду слабо тебя бить. Ты не можешь дождаться боя, что ли? Подходи ко мне. И пьяный. Даже мне досталось. Паки сейчас ненавидит вся хакасская тусовка, потому что целый баллон алкашки он просто взял и разлил на одного человека. Неразумно использовать. Неразумно, абсолютно, максимально. Сейчас мы выйдем на тебя, посмотрим, как ты ведешься. Как тебе пунш? Да я не знаю, за... Мне нужен сейчас номер хорошего венеролога. Вот и все. Мне кажется... Держись, Сера, держись. А запах, а запах-то стоит. А ты даешь хорошее настроение. Прям аромат с кайфом. Подожди, стой, родной. Я на это не готов. Давайте поаплодируем пивозавру. Теперь он настоящий пивозавр. Реально. Он прошел крещение 100%. На этом позитивном вот таком вот разлитии прекрасного пунша. Куда я приехал? Братский, я согласен. Нам ничего с тобой не досталось, хотя мы с тобой рассчитывали на что-то, но... На полбаночки хотя бы. Хотя бы минимум. На полведерка. Давайте сделаем стартап. Бить не буду, обещаю. Хочешь ударь? Давайте по-братски сделаем максимум шума этому стартауну. К бою готов? Это гачи. Все, давай ближе. Вот сейчас все по-честному. Мне так близко не надо. Смотри в глаза. Ты вывезешь, ты уверен? Ты уверен, что ты вывезешь? Чувак, я бы им приехал, если бы не был готов. Готов дожить до второго раунда? Ты сможешь? Не, какого раунда, я доживу, я готов. Ну, мы это посмотрим. Посмотрим. Так близко не подходи. Ты сам подошел. Все. Воняет? Да мне чувак, ты все, подошел. Все. Кстати, у нас для наших новичков есть музыкальная поддержка в виде нашей замечательной девушки Саши Хитриченко. Поддержишь нашу молодую кровь? Отлично. Ну а прямо сейчас, друзья, на этой сцене наш новогодний музыкальный подарок. Наша маленькая звездочка. Под ваши бурные аплодисменты, Саша Хитриченко! Сашенька, давай, давай, родители. Аплодисменты! Не нужна массовка, у меня с собой своя тусовка. Сплетни и зависть мне по колено. Длинный язык — это ваша проблема. Уверена к цели, мой караван идет набивать гонораром карман. Я никому не плачу бабло, сама пишу хитовое музло. А кто седлал медийных козлов, у тех, скажу, вам нет мозгов. Исполняю хит под фанеру, он будет в топе, я в это верю. На руке и звездная линия, об этом говорит и моя фамилия. Саша Хит, Саша Хит, Саша Хит. Саша Хит, Саша Хит, харизма все победит. Саша Хит, Саша Хит, Саша Хит. Саша Хит, Саша Хит, харизма все победит. Сейчас отправляюсь на хит-парад, надеваю гламурный наряд. Маску величия, все в рамках приличия, чтоб от других было какое-то отличие. Чувствую себя как богиня, всех реалити-шоу я героиня. Со мной удача, слава, успех, я известна и лучше всех. Для меня нет границы барьера, главное в жизни протеже и карьера. Моя судьба сценарий для сериала, пока не влетела в черный список канала. Нужно иметь запасной вариант, удивить народ, новый хит и талант. Хит пробегает и этот проект, за это вам огромный респект. Саша Хит, Саша Хит, Саша Хит. Саша Хит, Саша Хит, харизма все победит. Саша Хит, Саша Хит, Саша Хит. Саша Хит, Саша Хит, харизма все победит. Поддержим молодую. Молодец. Да-да-да! Наш неизменный генеральный партнер компания Alimbet подготовила уникальную акцию для новых клиентов.
переходите по ссылке в закрепе, регистрируйтесь, заряжайте на своих фаворитов, а Alimbet вернет вам до 10 тысяч рублей, если ваш прогноз окажется неудачным. Ну и не забывайте, что по промокоду EPIC вы получаете приятный бонус – 500 рублей. Все подробности на сайте Alimbet. Alimbet. Получи максимум от каждого боя. С наступающим новым 2024 годом EPIC Fighting! Я на втором вашем новом году. Большое спасибо, что приглашаете. Самое скандальное, самое дрочливое, самое эпичное и самые необычные герои. Всем подарочков под елку, о которых вы мечтаете, чтобы принесли Дед Мороз и Снегурочка. Еще раз с Новым годом! Ну что, родной мой, газуем дальше. Я с удовольствием газанул, но у меня другой поворот неожиданно обернулся. Мне надо прям буквально в соседнее здание сгонять, спеть пару-тройку песен. Я вернусь, но я вижу замену. Я вижу замену себе на некоторое время. Стас, ты как, готов поддержать меня? Заменить? Да? Но на иди самом деле, я тебя деньги, боюсь расстроить, Андрюх. Ты кайфовый ведущий, но замена здесь ты. Вот у нас самый главный ведущий. Да ладно. Нет, конечно же, ты не заменим. Чувак. Конечно же, ты не заменим. Я у всех хлеб. Стасончик, родной, я у тебя хлеб отбирал. Мы так тебя ждали. Спасибо тебе. От души. Андрюх, ну ты, короче, там споешь и возвращайся обратно. Да. Андрюх, ты споешь там? Вот это оставь, пожалуйста. Хорошо. Вот это оставь. Долг, долг. Ну что, друзья, мы продолжаем. Это Epic Fighting 4 сезон. Стасик, родной, ну я рад тебя видеть. Фига себе, у тебя стилёк модный. Нормально, да, оделся? А отвечаю, слушай, просто ну как 50 раз... Cent бы позавидовал тебе, родной. Так, так это его шкура, понимаешь? Ты содрал шкуру с 50 Cent? Так он приезжал, поймаешь, я говорю, дай шкуру сюда, слышь ты. Слышь ты, шкура, дай шкуру. Вот шкуру, говорю, сказал, дай сюда. Он мне тёлку свою дает, короче, говорит, ты мне вот эту, сука, шкуру дай. Стас Борецкий. Могучий шоумен, певец и музыкант. Прославился в 90-е тем, что расклеивал по остановкам объявления «Продам волосы». Судя по шубе из песца и голове, бизнес пошел в гору. Но ты, видимо, ее на себя и нацепил, эту шкуру. Зачем? Нормально ты шкуру натянул, четко, красавчик. Четкая. Давайте шкура. Поаплодируем Стасу! Браво! Стас Борецкий! Ну что, братец, мы тут немножечко погазовали без тебя. Ты, кстати, видел эту звезду вот эту в... А, Аполлонов. Да, видел, конечно. Видел, да? Конечно. Вообще, слушай, я увидел вообще офигенно. Не, хороший парень, хороший. Ну, как парень уже, конечно. Не парень, но... А что, не парень? Не знаю, не проверял. Точно, Славка? Точно, брат. Давай, хорошо. Смотри, пока мы с тобой... хорошо, значит, мы идем. Прежде чем мы продолжим сейчас с вами объявлять наших следующих бойцов, мы хотим подвести торжественный итог голосования за звание «Лучший боец» 10-го турнира Epic Fighting Champions. Напомним, голосование проходило в наших соцсетях. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить горячий эксклюзив с конференции поединков. Ссылочки будут в описании. Итак, номинанты, за которых голосовали наши подписчики. Никита Литвинков, ваши аплодисменты. Саша Хитриченко. Иришка Чики-Пики. Безумный Паша. Грозный Маджид, Елена Беркова и Николай Должанский. Барабанная дробь. И прямо сейчас на эту сцену мы зовем нашего победителя. Синяя певица. Бойца 10-го турнира Epic Fighting Иришка Чики-Пики. Да! Иришка, давай! Наша королева. По-любому. Из широких штанин достаю тебе вот такой вот сюрпризик. Иришка Чики-Пики. Лучшая Милфа 2023 года по версии газеты «Из рук в руки». В каждой женщине должна быть загадка. Иринка ничего не скрывает. В ней литр хреновухи. Я считаю, заслуженно, ребята. Вау! Максимально. Пару слов. Конечно, всем спасибо, кто голосовал за меня, короче. Ну и, конечно, благодарность большим моим знакомым девочкам. Ну, это, как и всегда, Малибу, Беркова. Ну и остальные, которых меня знают и которых я знаю. И все, ну, конечно, Стасу Борецкому не сгрызи. Ну и все будет. Давайте, желаю, короче, в следующем году Елена Малибу тоже, если будет выступать, больших побед. И надеюсь, ей такую же награду. Все будет чики-пики! Иришка!
Ваши аплодисменты. Я влюблен в тебя. Мне не нужна Алла. Мне нужна Иришка. Ах, Пашка, честное слово. Королевские извинения, но... не могу устоять перед такой королевой. Подожди, а где вы Галкина-то потеряли? Да Галкин там где-то сидит. А групп для кого? Для Галкина? Запором сидит. Все, не могу терпеть, не могу ждать. Выходи за него еще раз. Это было лучшее королевское предложение. Я договорился для тебя, Пашка. Для тебя. Пашка, для тебя. Серьезно. Олежа, угомони его. Олежа, угомони. Басков, где Коля? Коля! Единственный. Паша, ты мой! Коля, где Коля? Пока, ты успокойся. Для жены. Я же для тебя сделал предложение. Второй раз женишься. По-королевски, ну? Да. Аплодисменты Пашке. Да. Для Паши. Вот. Ладно. Ты выбрал достойную спутницу, как и я, когда-то Аллу. А теперь давай пятюню по-королевски. Вот! А зачем Пашка? Пятюня? Может, по пятюне? А вот это еще лучше. Да. Ну и вот. Лискарек. Горько! 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 Продолжаем! Горько! Горько! Извини! Горько! Не заслоняй собой, посмотри, какая красота творится! Ваши аплодисменты, ребята! Еще раз поздравляю нашу замечательную Иришку! Всех с наступающим Новым годом и всем больших побед и Нового года! Все, с вами Иришка, чики-пики! Победитель! Я надеюсь, ребята, жена моя достойна этой победы. И все полностью заслуживают ее. Я ее уважаю, люблю. Как человека, как собственную жену. И всего ей самое наилучшее и дальнейших ей побед в этом качестве. За Иришку! Душевно! Вау! Сказал, безумный Паш с вами! Это так! Красавчик, Паш! Завидую, Паша, завидую тебе. Выбор красавчик. Хороший. Молодец! Молодец! За сказанное, ребятки, поднимаем бокалы. Тебе повезло, ей не знаю. Вот такой вот новогодний винегретик у нас с вами несется, друзья. За столами, посмотри, уже у всех настроение позитива. Они уже все трезвые. Они понимаешь? Уже с кайфом, братан, газуют. Это знаешь, на самом деле, глядя вот на наших приятных, любимых, дорогих, эпичных гостей, хочется двигаться дальше. И чтобы немного разбавить вот этот вот новогодний мандраж прямо сейчас, прямо здесь, специально для вас, для всех наших зрителей, на сцену под ваши бурные аплодисменты поднимается советская и российская эстрадная певица Наталья Гулькина. Зима, все в душе замерзло и сковало льдом. Стало очень сложно нам теперь вдвоем. Что случилось, я не та, что прежде. Что со мной, прошу тебя, скажи.
еще скажи. За окошком тихо тает вечер, тают отдаленные дожди. А может это просто, просто мираж? А образ стоит так же, как ты. Ты думал, что любовь это плач, ты просто никогда не любил. А может это просто мираж, мираж волшебный нашей любви. Ты думал, что любовь это плач, ты просто никогда не любил. Ты никогда не любил. Благодарю вас всем, всем радости, мира, любви, добра, всего самого лучшего. Вот это было действительно по-праздничному. Друзья, давайте еще раз бурными аплодисментами проводим Наталью Гулькину с этой прекрасной песней. Мы двигаемся дальше. Вы крутая, Наталья, спасибо вам. Дорогие друзья, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, конечно же, мира, любви, добра, здоровья, терпения, всего самого-самого хорошего. С Новым годом! Прямо сейчас мы узнаем имена нашей следующей пары. Это противостояние ждали долго. И вы, и мы все вместе с вами готовы? Итак, вторая пара. Гена Машуков! Нет! Гена Машуков! Нет, нет, это не алкоголик из Москвы. Это алкостример из Сальска. Часто в своих соцсетях Гена получает сообщения с угрозами. Но он не отчаивается. Ведь главное, что его помнят, и он кому-то нужен. Против! Против! Шамистана! Шамистан Иманов! Полупрофессиональный боец, за длинным языком которого охотятся тысячи! Тысячи выдуманных им самим персонажей. Кстати, если вы никогда не видели забродившего Антонио Бандераса, то он сейчас перед вами. Гена Машуков против Шамистана! Вот оно, противостояние, которое ждали долго! Пацаны, здорово! Встаньте, поздоровайтесь с нами, ребят! Вот они, наши герои! Давай, давай! Он почти в таком же пиджаке, как у меня, только длинном. 100%! Давай начнем с Гены, потому что он уже вот-вот будет говно, ой, хорошо, чтобы он успел что-нибудь там сказать. Заткнись, тёлка! Гена, дружище! Ты давно хотел попасть на Epic Fighting, и вот ты здесь. Наконец-то мы рады тебя приветствовать. Расскажи вкратце свою точку зрения, в чем ваш конфликт с Шамистаном? Сюрприз, сюрприз, с вами Гена Машуков, Ростовская область, город Сальск. Погнали! Газуем! Прежде чем сказать насчет Шамистана, хочу, чтобы сальчане разнесли комментарии в этом Epic Fighting и посмотрели, кто тут будет самый эпичный. Посмотрите, перед вами эталон просто стоит. Алкостример, ютуб-канал Гена Машуков. Похлопали! Короче, суету мутим. Собственно, я хочу по Шамистану, не знаю, мне... Но! Шамистан
Шамистан! Ты ж вот так себя ведешь, теперь я на твоем месте. Привет, солнце! Этот будет самый эпический, самый интересный бой вечера. Запоминаем, это будет просто противостояние между алкостримером против пацана, который мне говорит, что он там готовится, тренируется, туды-сюды, салам попал. Давай, Гена, давай вопрос, Гена. Вопрос давай. Слушай, смотри, у вас уже был бой, в котором раздельным решением судей победу присудили, ну, отдали практически тебе, да? На твой взгляд, Шамистан, это легкий уровень твоей карьере? Легче не бывает. Посмотрите, он говно. Короче, завали рот. Он говно и говно. Короче, говорю я, пока там его что-то дышит. Слушаем сюда. Тогда был бой. Бой чуть плюс-минус одинаково, руки, ноги, потому что все знают, что я алкостример, я заступал на других промоушенах, как алкостример и дрался, как уличный боец. Он выбрал правила сейчас просто беспонтовые на руках, по которым я не умею драться. Но ради эпик файтинга я готов отдать его себя, чтобы показать этот трэш-ток. Это будет просто суета. Это будут бешеные просмотры. Поэтому отдам всего себя клетки на руках. Как будет, так будет. Газуем! Гена! Гена! Насколько видно по твоим социальным сетям, ты сейчас конкретно ушел в запой такой дичайший. Зарабатываешь на этом бабки, делаешь алкотрэш. Вот ты как свои шансы вообще оцениваешь в этом бою и свою физическую форму в целом? Если по факту судить, типа, ну если по факту, вот честно, если по факту судить, шансы мои малы. Но при этом это самая большая интрига этого реванша, потому что писала дохренища людей сделать бой. Твои фейки гребаные! Фейки! Это погнали! Ты здесь из-за меня, ты никому не нужный чмо! Даже люди с Марса будут если смотреть наш бой! Если бы не я, тебя бы здесь не поехали! Было! Поехали! Ты кто обосрался? Раунд! Ты обосрался! Ты уже обосрался, плевал в туалете! Я тебя не поднимал! Я тебя, сука, не поднимал! Чтобы ты присел сюда, чтобы я не зря сюда приехал! Такого не было! Я тебя не поддерживал в туалете, ты блевал! Ты обосрался! Я блевал! Когда приехал! Уже! Я приехал! Молись на мою голову! Ты думал, я не приеду? А я приехал! Молись на мою голову! Ты думал, я не приеду? Чё? Вау, чуваки! Охрана! Хорош, хорош! Молодцы, ребят! Хорош, да, давай, пацаны, всё! Ты спортсмен, ты думаешь, ты заряжен? Я алкостример, чучело, тебя выстину, фрукты, ты понял, фрукты. Ты дерешься с алкостримером, который на руках ноль. Сам себе и давай, я покажу ты, здесь сука. Максимальный ты бой. Сам себе закрой давай. Свое. Поговори с моими яйцами, сучка. В итоге ты поговорил с моими яйцами, когда блевал, лежал на колени. Я тебя поднимал. Это деньги. Зай, пошел. Друзья, мы продолжаем. Давайте бурных аплодисментов. Горячее застолье! Ты штаны, блевотины! Пацаны, давайте сядем, чуть-чуть остынем, пока... Шамистан, слушай! Ребят, сели! Шамистан, послушай! Шамистан, смотри, в прошлом сезоне ты одержал в новый сезон. Скажи честно, соскучился по эпику? Я прослушал еще раз. Пошел он! Скажу перед вами, эй, вот это лон эпика. Давай, еще раз. Так что давай, вот сюда! Хорош! Еще раз, вопрос для Шамистана. Давай, Шамистан, смотри. В прошлом сезоне ты одержал победу над Корнеем. Это вернулся не победа. В новый сезон. Скажи это не честно, победа. Соскучился по эпику. Я не считаю это как за победу. Корней Тарасов, это бой с тенью. Вопрос не в победе, вопрос, соскучился ли ты по эпик файтингу. Конечно, да. Если бы я не соскучился, я бы не был здесь. Ну и чек, конечно. Но выглядишь потрясно, брат. От души. Как считаешь, братское сердце, что тебя ждет в этом бою с Геной? Он сам уже все сказал. Шансы нулевые. Че тогда пи***ишь? Раунд, сука! Шамистан, мы послушали, мы услышали его версию вашего конфликта. Можешь озвучить ее со своей стороны? Мы хотим твою сторону выслушать. В
чем заключается ваш конфликт? Самиштан, скажи, пожалуйста. Наш конфликт заключается в том, что он бегает за мной уже год. Этот бой позади. Я для себя выиграл его на арене. И он по ногам раздельным решением, где судьи? И сейчас он бегает за мной, как будто проиграл. Что ты хочешь, хайпа от меня хочешь? Получил! Скажи спасибо! Молись! Молись на коленях, что ты из-за меня здесь! Ты кому ты нужен, алкаш? Ты проиграл! При всех, говорю, топому алкостримеру я не боец! Я так что закрой, дай вопрос задать! Все, тихо! Слова. Проститутка! Ты чё? Давай! Ты чё, чепуха? Ты сам падаешь! Вот лезь. Это горячо, ребята! Вот это горячо! Вот это эпик файтинг! Вот этот бой мы будем ждать! Вот это мы точно будем ждать! Смотри, успокаивайся, смотри! Мясо! Жара! Нет, все! Все, подойди! Все, поберегите нашу ферму, ребят, это очень дорого. Сейчас выводить будем. Ребята, у вас будет время в октагоне. Чуть-чуть успокойтесь. Выводи сейчас. В октагоне. В октагоне вы покажете, кто на что способен. Там не будет стульев, там будут только ваши руки и ваша техника. Собрались, ребят, собрались! Новый год! Угомонитесь, ребят! Давайте мы продолжим. Мы понимаем, что горячо. Моя любимая черная икра. Все, успокоились. Продолжаем общение. Сели по местам. Гена. Давай, Шамистан, теперь сели. Вопрос. Шамистан, дайте пока микрофон. Сели за такие столы, какие есть. Очень горячо, ребята, очень горячо. А вот это будет долгожданный бой эпик-файтинга. Шамистан, вопрос. Правила, по которым вы будете драться. Почему ты голосуешь исключительно за руки? Вот интересно, почему за руки? У тебя слабые ноги или что? До этого Гена Крокодила я изначально себе сказал, что теперь я только по рукам. Потом он появился, я так и планы не изменил. Я дерусь по рукам. Теперь, я даже тогда в прошлом сезоне сказал, только по рукам дайте мне любого. И сейчас я принял не потому, что это Гена, а потому что... Тем более у нас был уже руки, ноги, что ты гонишь? Тебе делать нечего, если ты бухаешь и боишься по рукам, это не моя вина. Гена, такой тебе вопрос. Ты приехал из маленького города, скажи, на родине ты звезда? Воу, город Сальск на связи, это Ростовская область, и каждый человек меня там поддержит. 60 тысяч жителей, воу! Я еще раз повторяю, еще я такой. Не боец. От слова совсем я не боец. Я алкостример, я блогер. Ты выбрал правила по боксу, по которым я просто не умею драться. Ты даже не пошел на встречу руки, мы ноги. Мы это разобрали, Гена, вопрос в другом. Бойцом ты называешь. Я не буду тебя трогать, смотри. Гена, вопрос в другом. Я до тебя сказал, что у меня руки. Из-за тебя я не буду менять свои правила. Я даже не знал, что ты будешь со мной драться. Все, до свидания. Гена, вопрос. Я спросил про город не просто так. Скажи, в твоем городе как относятся к Шамистану? Когда Шамистан сказал, мой город это беспонтовая деревня, я тебе так... Я такого не говорю! Сторис есть, ты написал! Находи! Из Сальской деревни! Сколько нужно времени? Из Сальской деревни, когда ты это сказал, Сальской, а тебя просто не зауважал никто! Найди, если сможешь, найди! Ты мужчина, найди! Давайте дадим время, не пожалеете. У меня этот сторис есть, ты написал из Сальской деревни. Если не найдешь, ты кто? У меня этот сторис есть, ты написал. Держите. Шамистан, вопрос к тебе. Перед боем с Корнеем ты сказал, если проиграю, буду радоваться. Что скажешь перед этим боем? Мое мнение, что я выиграю. Он пьет, да, он в жуткой сейчас форме. Он не тренируется, он бухает, даже сейчас вы видите. Но я не... Отрицаю тот факт, что может шальной удар прилететь из-под жопы, как он это умеет. Я могу проиграть, я не спорю, но мое мнение честное. Я честен, я не буду врать. Я не знаю.
Большая вероятность, что я выиграю. Но что будет в бою, я не знаю. Это первый раунд, если он будет хорошо работать, если он нечаянно попадет, может все быть. Это колхоз, поэтому не могу ничего сказать. Воу, так, для 90% я выиграю. Эпик Файтинг выставили опрос, че кого, кто кого. 70% голосовало за Шамиста. А вот хер там, отдашь всего себя в этой клетке, даже на руках, которые что у меня ты просто... отдашь? Ноль! Отдашь что ты отдашь? Вино курортаж, в желудке, отдашь. Воу, давайте аплодисменты! Гена, слушай! Я максимум перегаром можешь. Да! Иди. Гена, слушай, если ты проиграешь или выиграешь, ты готов к трилогии вообще? Если проиграю, выиграю, я планирую, чтобы это данный персона сделал правила максимально нейтральные, а не вот это, почему он каждый день тренируется. Я алкостример, мой YouTube-канал, вот, Гена Машуко, подписывайтесь. Я тебе скажу. Я рублю на этом деньги, я алкостример, я не боец, от слова совсем. И по правилам выходить не моя тема, все нахуй. Без разницы, выиграет он, проиграет, я выиграю, без разницы. Мне этот человек нахер не сдался. До свидания. Ты будешь против трилогии, если... ты со мной дерешься, шелуха. Гена, какие цели ты преследуешь? Хайп и бабло. Я это говорил со своих первого боя. Вот. Давай, аплодисменты! Каждый человек, абсолютно каждый человек здесь дерется за деньги. Каждый хочет деньги, каждый хочет долю хайпа. Знаешь, в чем наше отличие? Ты нажрался так уверенно, я, сука, трезвый! Ты дерешься с алкостримером, да? Бухал, валялся, я тебя поднимал. Ты дерешься с алкостримером. Я тебя с блевотиной пару часов назад... Все, хорош! Ребята, да, давай, ребят, не давай, нужно с ним конфликт, все. По столам. Я не знаю, как сейчас это будет происходить. Давай, стартдаун! Давай, стартдаун! Я максимально говорю, я его бить не буду, потому что еще постарайтесь, травмируется. Постарайтесь, ребят, постарайтесь. Он травмируется, на бой не выйдет, мне это не нам нужно. Нам необходимо сделать стартдаун. Идите сюда. Гена, держи себя в руках. У вас скоро октагон. Я тебя сейчас все бить не буду. Не дай бог, ты не выйдешь на бой. Роза, все. Тихо, тихо. Как я сдернул. Сюда! Ты сам сломался. Братан, все, отпусти. Тебя тоже так грохнет, слышишь? Он сейчас быковал. Он быковал сейчас. Че ты, Иди сюда. Стоять! Дайте нам стартдаун! Тормози, Отпусти, говорю! Хорош, нахуй! Чё, Лёха, отнимался! Нормально, я в деле! Ребят, сделайте стартдаун, пожалуйста! Все, ребята, 1-1. Ребята, 1-1. Послушай, Гена, я тебя ударил, меня задушили. 1-1, я ни с кем не буду драться. Без провокаций, просто кадр. Тихо! Вот это жара! Вот это да, ребята! Вот это эпично! Epic Fighting, 4-й сезон, мы продолжаем, друзья! Ну и какой же праздничный стол без подарков! Так уж и быть, я прямо сейчас побуду в роли Деда Мороза и приглашу сюда на сцену своих коллег под ваши бурные аплодисменты. Для вас поет Пит Джейсон, он же премьер-министр! Погнали! Иришка, родная, поднимайся на сцену. Нам нужна лучшая потанцовка. Воу, Ириночка, потанцовочка наша. Вы меня поддержали. Встречаем. Говорит, что нет прекрасней лаки девушки, что не спит. Посмотрел я на нее, капал.
пожалуй, ничего про себя отметил. У нее глаза под меня запрекал. Говорят, что нет прекрасней, ладней девушки, что с ней вдвоем. Та девчонка хороша, и фигура, и душа, про себя отметил. У нее глаза два бриллианта, три карата, локоны ее. Я схожу с ума, ребята, руки у нее. Руки две ворота в рая, и вообще она. Не в ладах я с головой. Ой, говорю, давай, что давай, нет прекрасной девушки. Друг мой рядом с ней сидит, что-то о любви ей говорит. Ну а я подумал, у нее глаза два бриллианта, три карата, локоны ее. Я схожу с ума, ребята, руки у нее. У нее глаза с два бриллианта, три карата, локоны ее. Я схожу с ума, ребята, руки у нее. Створки две ворота в рая, и вообще она. И вообще она. Я такая, раз такая. Ну что, всех с наступающим Новым годом, всем мира, любви, добра, эпического настроения, куража и всего самого лучшего. С Новым годом! Друзья, наш генеральный партнер компания Alimbet представляет уникальную программу лояльности «Бонусный клуб». Каждый месяц получайте фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20% за свою активность. «Бонусный клуб Alimbet» для тех, кому всегда мало. Итак, друзья, мы продолжаем. Это «Epic Fighting», четвертый сезон, друзья. И что я хотел бы сказать, и чтобы наш прекрасный эпический вечер продолжался, хочется на сцену позвать под ваши аплодисменты Олега Монгола. Олег, иди сюда, дорогой. Сейчас. Олег Монгол. И теперь расскажи всем нам, какого хрена произошло? Где твой соперник? Гриша Полное ТВ должен был быть с тобой в паре, но он куда-то делся. Да, кстати, самое интересное, я сам вот в... Олег Монгол. Самый неподражаемый шоумен интернета с засохшим локтем вместо лица. Говорят, что Олег — это человек, который утонул в Хакасе еще 8 лет назад. Ну, я так не говорю, ну правда, я просто в ахуе. Мы с ним списывались, с ним встречались, все. Он сказал, да, Олежа, все будет, все нормально. Ну, вот такой чепушило взял и слился просто. Ну, чепушило. Получается, Гриша Полное ТВ слился. Тогда у тебя есть прекрасная возможность вот в эти камеры сказать ему все, что ты пожелать ему хочешь перед Новым годом. Слушай, ты меня внимателен. Хоть ты мой друг, да, ну, да, мы с тобой хорошо знакомы. Но, блин, ты бывший. Просто чепушил. Бывший друг. Ты просто чепушила. И просто, просто слился на... Эпики, файтинги, со мной побиться, ты просто сачок поганый, напрочь, вообще. А это что за такое? Это что за тело пришло такое? Динозавр. Динозавр, иди. Дай сюда. Иди отсюда. Чего тебе надо? Олег. Чего тебе надо? Олег Монгол. Говори. Я динозавр.
А кто? Я пивозавар, ты? Я пивозавар. А ты пи***? Я хочу раз сделать вижу. Тебе вызов, потому что с такими, как ты, я еще... Я вообще не слышу, не дрался. В рот говори, а не в жопу. А ты с такими, как я. Ты говори в рот, а не в жопу, правда? Ты меня не победишь. Я тебя не победил. Короче, да. Завар предлагает тебе бой. Да. Что ты на него газуешь-то? Оп, не тебе. Тихо. Что происходит? Тихо. Подожди, он мне предложил, а не тебе. Так ты не газуй на него. Иди отсюда. Иди. Все. Да, монголы на нас уже один раз нападали. У нас всех есть гены, поэтому я тебе не дам еще раз знать. Походу, ты сдуваешься. Все, спасибо. Все, хорош. А теперь я его добиваю. По-моему, ты не добиваешь. А можно ногой? Друзья. Давай, и ногой, и рукой. После этого боя, друзья, 9 месяцев спустя посмотрим, что из этого получится. Давай, иди, добивай его, он уже лежит. Все, добиваю. Сверху, братан! Поворачивайся! А ты такой? В рот ему дай! Завар! Бей его, сука! Подержи, пожалуйста, слова! Ага! Сейчас он яйца снесет, братан! Давай, вот! Все, хватит! Отойди от него! Я уже ударил его! Так, уже тройничок какой-то пошел! Ну что вы стоите-то? Разнимай его! Все, хорош! Живой? Живой! Короче, я не... Нет, Слава, такого не было. Походу он сдулся. Стой. Он живой? Я такого не видел. Все, он хоть живой? Дрался, бля. Вот смотри, смертельный трюк. Живой! Смертельный трюк. Короче, друзья, мы с вами не знаем, кто за этим, за всем стоит. Тавр, иди сюда. Все, не дам. Иди сюда. Олеж, как ты его не боишься? Иди сюда. Кого бояться? Хорош. Ах ты так, да? Ну не знаю. Да, ну это... Это кринжатина в стиле эпикфайтинга может продолжаться долго. Я предлагаю сделать стардаун вот этим двум замечательным. И мы с вами узнаем в октагоне, с кем же будет драться Олег Монгол. Под ваши аплодисменты. Давайте сделаем этот стардаун. Ты хоть надуйся, что ли? Он сдулся раньше времени. Вставай. Сделайте нам стардаун. О, по-моему, ему полегчало. Неизвестно, кто у нас находится в костюме. Мы узнаем это в октагоне, друзья. Секретный боец против Олега Монгола. Было? Я тебя сломаю. Нет, Все, отлично, все, хорош. Ну что я хочу сказать, родулькины мои, я поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно всю программу Epic Fighting. Спасибо всем, что пригласили нас. Здесь было очень интересно. Есть интересно просто-напросто. Так что побольше газу, Epic Fighting. Я просто рад здесь присутствовать всегда и везде. Это просто это нечто. Я здесь много чего узнал, много чего увидел. И есть мои победы. И пусть в этом году, будет год, который исполнен, будет, да? Эпифан поднял еще выше свою фишку, чем мы. Ну, вместе с нами, конечно. Еще раз желаю всем всего-всего наилучшего. Спасибо вам, спасибо всем, Стас, особенно тебе. Так что давай, Стас, на следующей передаче ты будешь ведущий, 100%. Паш, тебе тоже выступать нормально, Ириша. Ну, всем-всем большое спасибо, что нас пригласили. И Эпифан тоже. Это просто сила! Ура! И с наступающим Новым годом! Ребята, всем хочу пожелать в наступающем Новом году больших успехов. Надеюсь, у всех сбудутся все запланированные мечты и желания. И все будет ништяк. Желаю Epic Fighting'у больше побед, успехов и всего самого наилучшего. Но если что, тут жена моя что-то сказала. Да я на это внимания не обращаю. Я не тот человек, да и уже не в том возрасте. Безумный Паш с вами. Как-то так. Желаю всем успехов и удачи. Вау!
Ну и чтобы немножечко расслабить, разрядить обстановочку, прямо сейчас к нам сюда выходит наш замечательный фокусник, ведущий. Не знаю, называйте его как хотите. Зовут его Алим Бетов. Где ты, родной? Роднуля, давай. Здравствуй, дорогой мой. Нам необходима твоя помощь. Ты должен максимально сейчас расслабить и заставить людей чуть-чуть улыбаться. Держи, даю тебе микрофон. Здорово, народ, ну как вы? Нормально, слышно меня, хорошо? Да, правильно, меня Алим Бетов зовут. Вы наверняка слышали про организацию, которую в честь меня назвали. Я сегодня здесь за веселуху. Вы готовы повеселиться? Вау! Я смотрю, и пишу, у вас уже был. Самое время повеселиться. Итак, конкурсы. Опа. Да. Для первого конкурса, который называется «Бильярд для пьющего» или в простонародье «Карандаш в бутылку», на сцену приглашается Олег, его величество, симпатяшка, монгол. Да, Олег, пойдемте, пойдемте, да. Олег, приветствую. Я тебя люблю. Олег, да, конечно. Рад быть с вами на одной сцене. И давайте пивозавра, я его знаю, прикинь. Пивозавр. Погнали. Да, можно нам две бутылочки, пожалуйста, на сцену. Олежа, спокойно. Это не конкурс, присядка. Ничего делать пока не надо. Хорошо. Все, молчу. Не-не, я с этим Олежей. А, с этим Олежей. Просто я уважаю. Два Олежи, да. Но вы крутой. Кстати, ты тоже. Подожди, ты можешь загадать желание между двух Олеж. Загадать желание. Я, ради этого приехал, конечно же. А почему нет, а? В общем, смысл какой? Давай. Я у вас размещаю. Вот так. Ну, вы помогите, наверное, я не буду в штаны к вам залазить. Да. Карандаш, пивозавр, как ты? Вот это прикол. У вас то же самое, вы мне помогите. В штаны надо заправить один из карандашей. Спереди, наверное, ну... Если по кайфу, то можешь сзади. Итак, в чем смысл? Я когда... понял, уже понял. Да, вы, ну, вы участвовали, наверное, да, это да. Конкурс из 2000-х. Когда я скажу «поехали», нужно будет карандашом попасть в бутылку. Но есть сложность. Перед этим мы сделаем раз, два, три, чтобы немного болтануть карандаш. Ну, понятно, да? Итак, вы готовы? Да. Вместе. И раз, два, три! Олег! Кто быстрее, Олег! Тот побеждает! Олег! Руками не помогай! Олег! Эй! Так, Олег, ты близок! Олег! Еще немножко, ну, так, а этот проект. А что так нечестно? Он не параллельно. Ничего, ничего. Олег Монгол побеждает в этом конкурсе. Пивозавр, не переживай, ты можешь бутылку забрать с собой и сделать с ней все, что захочешь. Кстати, тебе подарок. Два карандаша и бутылка. Так, друзья, спасибо вам большое. Давайте поаплодируем ребятам и попросим их присесть на свои места. Мы переходим к горячей части вечериночки, потому что сейчас будет конкурс «Жопные счеты». Да, и для этого конкурса приглашаются дамы, это вы, Олеся Малибу и Карина Секси. Под ваши аплодисменты и мне два стула, пожалуйста, с орехами. Дамы, приветствую. Секси – это фамилия, я так понимаю, или отчество. Здравствуйте. Малибу. Из Калифорнийской области, как я понял. Да? Да. Или это край? Калифорнийский область. Край. Область. Все. В районе Грузии. Спасибо, Сява. Мне еще такие великие люди не выносили стулья. Так, дамы, вот что будет происходить. Вы смотрите только в сторону зрителей. Вам сейчас на стулья будут рассыпаны грецкие орехи. И вам нужно будет их сосчитать орехами. Понимаете, да? То есть нужно присесть, если нужно немножко... поерзать, но ни в коем случае не оглядываться не трогать. Раздавить вы можете, раздавить. Тогда вам в книгу рекордов Гиннесса надо, но сегодня не та передача. Руками не трогаем. Я с собой перенесу туда. Я, возможно, у вас уже с собой есть пару орехов, я думаю. Да, вот это две. Не оглядываемся, просто вот так вот жопой можно поелозить. Сейчас вынесу орехи. Да, спасибо большое. Я люблю орехи. Вы любите орехи? Да. А ты, Ир, ты выиграла? Да ну.
И вот так. Так, не оглядываемся, вы следите, чтобы они не подглядывали. Ни в коем случае. В этом весь смысл. Есть. Дамы и господа, вы готовы? А на определение сколько по времени? Одна на определение секунда? Секунд 5, я буду считать. Итак, раз, два, три. Присаживаемся. Ой-ой-ой, для тактильности она платье приподняла. Вот так вот лучше. А пальцами итак, нельзя. Раз, пальцами не трогать. Все два, пальцами. Три, четыре, пять. Готово. Шесть. Итак, сколько? Шесть. Шесть, три. У вас было 6 орехов. У вас было, внимание, 7 орехов. А, то есть вы ближе были к победе. А это вау. Означает, что Олеся Малибу побеждает! Спасибо большое, дамы, эти аплодисменты вам. На самом деле их было больше. Подожди, сколько просто вы что-то унесли, наверное, с собой, да, Олеся? Это реквизит надо будет отдать, а не все подсчет. Все, кайф, аплодисменты девчонкам. Да, орехи сейчас уберут, надеюсь. Более чувствительная жопа. Попа. Да. Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом. Поздравляю Эпик. Всех с праздником добра, счастья, любви и долголетия, и благополучия. Ваша Алла. Для следующего конкурса «Безумный Паша» и Паша, Саня давай, Шип здесь. Паша, не подведи. Давай, давай, не подведи. Во, 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 во. А, это вы. Вот ну так. Не обманывайте, тогда пойдемте. Пойдемте, аплодисменты этому красавцу. Стулья сейчас заберут, а миску вынесут. Здравствуйте, я вас приветствую. 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 Конкурс очень интересный и немного вкусный. Вот что будет происходить. Сейчас нам вынесут миску. И? Сейчас расскажу, не переживай, дружок. Во-во-во. Миску. Во-во-во. Что нужно будет сделать? Стоп. Не, я не, смотрю, нет. Там мука. Там мука, совершенно верно. А возможно, нет. Да я вижу, что итак, мука. Вот что нужно сделать. Не пользуясь руками, нужно будет вот этот леденец ртом достать из миски. И кто это сделает который быстрее, тот и победитель. Который ты утопишь. Утопить или на поверхности оставить? Давайте, вот так. Вот так прям достать. Просто ртом. Да, но отсюда вы встаете на мое место, вот сюда. Я сейчас буду засекать, и кто из вас быстрее это сделать, потому что вы будете делать по очереди. Да я сейчас усну, братан. Ну что, кайфанем? Я сейчас усну. Три, два, один. Считается, считается. Он достал и уронил, да? Давайте поаплодируем. Просто красава. Нет, нет, нет. Еще второй. Ваша очередь. Да, ваша очередь. Нет, это надо. Павел, поздравляю. Нет, ну. Давайте я на поверхности оставлю. Мне награду еще. Вы же эпичные. Вот все. Паша, видите, как отряхивается. Посмотрите на жертву. Вы, Павел, давайте я вас обниму. Большой молодец. Я вами горжусь. Ничего страшного, это всего лишь пиджак. Вы того стоили. Аплодисменты проводим Пашу. Дамы и господа, большое вам спасибо. Хорошего вечера. Надеюсь, я смог немножко вас развеселить после этих эпичных штук. Итак, дорогой наш Олимпетов, для тебя и для всех наших зрителей, друзья, наполним бокалы. Готовим все вот эти свои пушечки, раскривушечки, вот эту движуху. Прямо сейчас на сцену поднимается великолепная певица, ведущая, актриса и просто прекрасная, красивая, сексуальная девушка. Анна Калашникова, под ваши аплодисменты! Да-да-да-да, я здесь. Сейчас, мальчики, будете танцевать вместе со мной, да? Вы готовы? Давай, мы готовы! Мы готовы! Облаками и взлетела выше, но машет белыми крылами над планетой Новый год. Всюду ждут его с любовью за одним большим столом.
будто дед по моде, самый стильный и крутой. Среди тысячи мелодий он услышит голос мой. Облетит моря и страны, и со мною так зажжет. Каждому эпику достанется то, что каждый себе желает. В новом 2024 году от Анны Калашниковой. Спасибо вам. Спасибо. Дорогая, с наступающим. Дайте шума, йоу! Это было бомбически. Вы видели, как я танцевал на столе? Да. Ну и Аня, конечно, было круто. Спасибо, конечно. Аня. Ребята, спасибо. Пользуясь случаем. Тут уже много произошло. Произойдет еще. Стаса, где камера? Как сюда можно говорить? Наконец-то. Вот. Слышишь, Чипинкос, пора нам разобраться, кто из нас true, а кто косит под американца. Приходи на Эпик. Чипинкос против Проджи. Посмотрим, кто из нас лучший рэпер. Сява, я или ты? Я. Чипинкос. Сява. Ну, конечно, Сява. Чипинкос. Ты говоришь, называешь многих клоунами. Но я настоящий профессиональный клоун, как есть. Я занимаюсь этим уже 10 лет. Приди, мы с тобой разберемся. Отвечу за всех клоунов, мне не западло. Если ты не засышь, придешь, я кончу тебе на лицо. Рэп зачитай лучше. Рэп зачитай. Докажи, зачитай рэп. Я тебя жду. Это было нормально. Стас просит рэпа. Неплохо. Сява, с тобой не буду. Спасибо. Нет, со мной не надо. Со мной Стас. Так. Держи, братское сердце. А, у тебя два микрофона. Спасибо, Слава. Брат. Ты добрый, да, ну что, старина, я тебе хочу сказать, праздничный вечер продолжается, особенно у тебя. Тебя сегодня поцеловала Анна Калашникова. Слушай, я рад. Тебя поцеловала, брат. Наконец-то меня поцеловала, самка. После Борецкого. Он кончил, Аня. А он мой сынок. Закончил. Неплохо влияет. Я надеюсь, что мы поедем с тобой в сауну сегодня, да? Да. Все. И с Иришкой чики-пики еще. Иришкой с Малибу. Как раз я третий микрофон. Боже. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Ваша золотая чаша. Спасибо маме с папой, что дали мир у меня для вас. С Новым годом! У нас сегодня с вами потрясающая компания. Всем, друзья, вам огромное спасибо за участие, что мы сегодня вместе с вами празднуем этот замечательный предновогодний праздничек. Мы вместе с вами. Столько много звезд. И также есть немножечко... Звезданутые!
Звездануты. Это я. Вот. Это Саша я, Хитриченко. Саша. Здравствуйте. Как вы себя Всем чувствуете? Всем привет. С наступающим Новым годом. Хочу похвастаться о своих прошлых достижениях. Так. Я очень много везде была по всем каналам. И у меня планы на будущее. Саша Хитриченко. Личная зубочистка Стаса Борецкого. И главная заноза всех российских телешоу. Из-за своего голоса получила прозвище Метиска, так как она наполовину русская, наполовину сигнализация. Я ищу продюсера и хочу спросить у Малибу, чтобы она мне провела какой-нибудь мастер-класс, а то я сосу как могу. Вот, и хочу узнать тенденции будущего. В следующем году дракона будут ли в моде силиконовые куклы. Такая маленькая, а такие хочешь сделать большие шаги. Я натуральная звезда. Олеся. Нет, она... Олеся Малибу. Пикантная и неподражаемая порнозвезда. По данным статистики Федеральной туристической службы США, курорты Малибу посещает до 7 миллионов человек в год. Ха! Для Олеси это обычный вторник. Как надо правильно, тут нужен твой какой совет. Ты хочешь мастер-класс? Что нужно делать? Я хочу продюсера найти. Вот он хер, как заставить его меня продюсировать? Я могу провести мастер-класс только по глубоким глоткам, по отсосу на бананах. Сможешь так просим! Сделать? Дайте банан! Дайте Олесе банан! А я не против по девочкам! Дайте Олесе банан! Нет, я только по мальчику. Олег Монгол, дай Олесе свой банан. Был бы он. А, что, нету, да? Только если у него большой. Только если большой. Нет, есть. Олесь, а не пора ли менять тренды? Силикон заменить на более натуральное? Все срезать и оставить, как было, как мать родила? Нет, я люблю большие сочные формы, сексуальные большие груди. Ну это ты и любишь, она уже давно не в моде. Чтобы между них можно было меня трахнуть, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. А я почему-то люблю трахать мозги и нервы. И вот никак не получается продюсера найти. Ну, как стать мне такой же звездой, как ты? Я тебе мастер-класс по сексу могу преподать, и ты... А можете на сцене это сделать, мастер-секс по сексу? Каждый день, понимаешь? У нас есть Стас Борецкий. Давай, Стас. Саша, выходи сюда. У нас есть как раз потенциальный, вот он, белая мышка. Я сама выйти не смогу. Полезай на Стаса, как колоту, ты прыгай. Иди сюда, Сашечка. Давай. Я не смогу выйти. У нас есть подопытная мышка. Посмотри, как он пушистый. Саша, давай. Неси меня. Саша, иди. Олег, ты хочешь хотела? Я выйду, я с тобой выйду. Нет, иди вынеси меня. Я в таком состоянии, что я не встану и не выйду. Выйдешь. Давай. Олег, она просит тебя вынести ее на руках. В чем проблема? Мужики, в чем проблема? Да какой разговор-то? Конечно. Я не понимаю, вас тут силикона не хватает. Надо 7 раз повторить. Она мне зарезала. Я так понимаю, ложись. Красивая, она плоская. Ложись, Олеся, иди сюда. Никто ее не хочет трахать. Олеся, иди сюда. Скорее иди сюда. Стас, ложись. Брат, тебе сегодня перепадет. Да, отвечай. Олесечка, Малибушечка. В прямом эфире. Стас, я предлагаю провести конкурс. Я предлагаю провести конкурс на бананах. И кто глубже отсосет, тот и круче. Так, нифига. Где же бананы там ел? Давай. А может, кто глубже банан засунет? Маленький стручок. Подожди, давайте сначала сделаем. Кто глубже банан засунет? Подожди, покажи ей мастер-класс по-братски, пожалуйста. Вот Стас, он лежит, мужчина. Вот девочка, показывай. Все, под ваши аплодисменты. Не оправдывайся, ты профессионал. Ты же понимаешь, что мужчины могут быть разные, да? Я хочу быть звездой. Ты профессионал. Сделай это, мастер-класс. Я хочу быть звездой. Мне нужны бабки, мне нужен продюсер. Что мне сделать, чтобы стать еще звездой? Ваши аплодисменты, мастер-класс от Олеси. Малибу для Саши. Показывай, как это делать. 69, давай. Ну ты так, потрогай просто и все. На рожу садится, да? Сразу на рожу, да? Так, ага, ага. Нет, давай сначала ты, я не понимаю. Я не понимаю. Ты мне покажи, а я повторю. Тут без коньяка не разобраться, походу. А как? С другой стороны. С другой стороны? С какой стороны? Да, господи, а? Что ж такое-то? Давайте. Так, вот так. Хорошо. Тяни ее туда. Тяни. У меня не получается, Малибу. Это эксплуатация. Это да, меня научить, а не меня использовать.
Короче, вся эта Малибу, это Шарашкина контора. Это просто шоу, толку там никакого. Ё-моё. Боже мой. Здесь шоу-бизнес, не, ну, в принципе, она отказывается. В принципе, Стас по-любому уже пару раз кончил. Тренироваться на бананах, поэтому мы тренируемся на Сяве. Нет, Сява, кому-то же нужно вести и быть в адеквате. Я выбираю Сяву, ей Борецкого отдаю. Ладно, вы определились. Теперь мы хотим определиться с вами, друзья. Давайте сделаем с вами face-to-face. Тренируемся на бананах. Нет, нет, подожди. Face to face. Я хочу сделать... О, вот это неплохо было. Ты сойдешь в бою. Вы это сделаете в октагоне. Сделаем стардаун. Давайте, ребят, под ваши аплодисменты. Давайте, кулачки. Ребятки, ваши аплодисменты нашим замечательным, звезданутым девчонкам. И, кстати, друзья, пишите в комментариях, как вы думаете, кто из них победит. Хорошо. Оно не настоящее. Оно а ты потрогай. Лопнуть. Оно может проверь. Лопнуть. Я не буду. Потом еще попробуй. Платить за имплант, который треснет прямо здесь. Проверь, не бойся. Нет, я не буду это делать, я боюсь. Он треснет. Боишься, да? А мне потом за это платить надо. У тебя хорошее тоже такое. Да? Мне кажется, если Стас начнет тебя мять, то мы тебя сломаем. Стас, Стас, успокойся. Это... Мне кажется, я в руку помещается, да? В руку помещается жопа ее, представляешь? Серьезно? Стас, ну тебе сегодня перепало, да? Боже мой, Стас! Давайте ваши бурные аплодисменты. Мне кажется, это будет что-то интересное. Встретимся в октагоне, друзья. Да. Дорогие зрители Эпика, я, ваша Олесечка-Малибушечка, хочу поздравить вас с наступающим 2024 годом и, конечно же, пожелать вам любви, романтики, но самое главное для всех девушек Эпика. Я хочу пожелать вам, наконец-то, освоить заглот шпаг и сделать это так, как я сейчас, вот так. Вот. А всем настоящим мужчинам, зрителям этого прекрасного эпик-файтинга я хочу пожелать в эту новогоднюю ночь сделать правильный выбор и провести ночь сладко, вкусно и, конечно же, с Олесечкой и Малибушечкой. Я вас всех очень сильно люблю и желаю вам в новом году не пропустить ни одной серии эпик-файтинга. Смотреть на меня, на мои сиськи и на всех этих эпичных героев. Я вас люблю. Половина бойцов уже лицом в салате, а вторая половина ждет своего звездного часа. По традиции, перед объявлением следующих участников мы хотим вручить награду лучшему бойцу 11-го турнира Epic Fighting Championship, за которого проголосовали наши подписчики в соцсетях. Ну и, конечно, номинанты на эпичную награду Дмитрий Тапок, Саня Блэкстар, Женя Жека Секси! Есть такой! Конечно, конечно, Секси, да. Илья Милохин, Мастер Саня Шип, Олег Монгол и Кушанашвили! И казалось бы, все так очевидно, друзья. Но лучшим бойцом 11-го турнира становится всеми любимый Чайчик, которого уже каждая собака знает. Аплодисменты. Саня Шип! И вот с таким подкатом, братан. А, не получилось, брат. Держи. Вот твоя победа и пару слов. Саня Шип! Зе, наверное, рэпер какой-то. Так, всех приветствую, Epic Fighting. Награда заслуженно уходит победителю. Единственное, что мог бы Монгол, конечно, выиграть, но народ не обманешь. Нужно ценить свою жизнь, важен каждый прожитый день. Еще буквально вчера я ночевал под мостом, под Воронежем, за электронным забором. А сейчас нахожусь здесь, в этом прекрасном обществе, с этими интеллигентными людьми и получаю награду от Сявы, от Борецкого. Это просто слов нету. Лучший боец. Все.
Заслуженно, да, заслуженно. Ваши аплодисменты, Саня Шип. Давай, Саня Шип. И мы ждем тебя, братец, на конференциях. Ждем тебя в октагоне. Ох уж эти корпоративные вечера, друзья. Наконец-то Андрей Аполлонов к нам вернулся. Стас, огромный тебе респект, что поддержал. Мы с тобой надолго спасибо, не прощаемся. Да. Встречаемся с тобой в следующих конференциях. Все, полюбасу, давай. С кайфом. Мы продолжаем, друзья. Друзья, это праздничный эпик файтинг. Самый эпичный Новый год здесь и сейчас. Встречайте, Гарик Богобазов, отпетые мошенники! Пау-пау-пау! Встречаем! Конца растворится, и новое утро с рассветом родится. В жизни обыденной все переменится с новым загадочным днем. Выкинем хлам, распахнем окна настежь, двери откроем для нового счастья. По неизвестной дороге войдем в Новый год. И пусть мы живем не по правилам, пусть все законы нарушены. В небесную высь летят наши души шарами воздушными. Разгоним сомнения, вздохнем полной грудью мы воздуха свежего. И всю нашу жизнь мы наполним любовью, мечтой и надеждами. Встречай Новый год! Встречай Новый год! Встречай Новый год! Встречай Новый год! Беды и ссоры останутся в прошлом. В новую жизнь заберем все хорошее. И глупо жалеть то, что было, то было. Не поздно все снова начать. Простим всех врагов и забудем обиды. Друг другу на счастье пошлем. А что, Паша, не поддерживаю? По неизвестной дороге пойдем в Новый год. И пусть мы живем не по правилам, пусть все законы нарушены. В небесную высь летят наши души шарами воздушными. Разгоним сомнения, вздохнем полной грудью мы воздуха свежего. И всю нашу жизнь мы наполним любовью, мечтой и надеждами. И пусть мы живем не по правилам, пусть все законы нарушены. В небесную высь летят наши души шарами воздушными. Разгоним сомнения, вздохнем полной грудью мы воздуха свежего. И всю нашу жизнь мы наполним любовью, мечтой и надеждами. Встречай Новый год! Гарик Богомазов, братан, спасибо! Отпетые мошенники! Гарик, присаживайся за стол, оставайся с нами, потому что внимание публики сейчас тебе максимально превышено. Дорогие друзья, зайки мои,
всех поздравляю с наступающим 2024 годом. Желаю, чтобы у каждого из вас была такая же яркая жизнь, как мой пиджак. А эпик файтингу в новом году я желаю только ровных роликов. Я поднимаю свой бокал за ваши зрители, здоровье! С Новым годом! Недавно мы проводили в наших соцсетях опросы на звание «Лучший боец выпуска». Среди номинантов 9-го турнира Epic Fighting Championship звучали такие громкие имена, как двоеточие, Коля Шоутайм, Гриша Полное ТВ, Игорь Швед, Роман Желтов, Александр Габозов, Хена Абаканский, Big Russian Snake, Диана Барби, Карина Секси и Олежа Таксист. Че бы вы думали, ребятки? Сейчас мы все с вами будем в культурном шоке. Кто бы мог подумать, что в таком габаритном списке засияет человек, чья профессия в новогоднюю ночь максимально востребована. Итак, лучший боец 9-го турнира, по мнению зрителей, стал Олежа Таксист. Олежа, давай иди сюда. Да, ребята, у нас атмосфера и обстановка на самом деле просто кайф. Олежа Таксист. Популярный блогер, которого нашли в кармане зимней куртки среди семечной скорлупы. Когда клиенты видят в приложении, что за ними выехал Олежа, они часто вспоминают счастливые дни, когда за ними ехал Бэби Джон. А я-то думал, что будет какой-то дикий трэш, пока все очень даже прилично. Все отлично и прилично. Бля, Андрей, просто спасибо за детство тебе. Мы тебя поздравляем всей толпой эпичной. Даем тебе бурные аплодисменты. Можно пару слов? Пару слов обязательно скажи. Мне дали сказать пару слов. Вот. Смотри. А вот борец. Ты программу не перепутал? Ты чё? Ты чё? Это же... Мне по наследству от дедушки досталось. Верни. Это моё место. Верни наследство дедушки. Верни голду-то, блин, верни голду. Вот все хотели на столы селедку под шубой, а получился только борецкий под шубой. Ну, как многие не верили, да, что так получилось. Таксистов огромное сообщество, да, есть там, их более там... Накрутили! Накрутили голоса, вы накрутили. Я просто на самом деле попросил своих коллег по работе, вот, они за меня проголосовали, они сказали, блин, красавчик. Пусть ты даже не такой прям, ну, а мощный, сильный, как монгол. Ты помолчишь уже. Фаркадыш! Тише будь. Просто так получилось, что проголосовали за меня миллион, ну, не сколько там. По-любому накрутка. Да не накрутка это, блин, это, ну, это все писали натуральный, про это. Натуральный. Это все, все вот, везли, вот, все да, голосовали. Все голосовали, да. Итак, друзья, под ваши бурные аплодисменты еще раз, Олежа, родной, мы тебя поздравляем. Спасибо, спасибо. Вот там статуэточка, да, вон и сами стоит. Себе возьми. Да. О, вручи мне ее. Давай. Вручи. Да. Барабанная дробь. Поздравляем. Давай. Красиво, молодцы. Спасибо, провожаем бурными аплодисментами, ребята. Лучший! Спасибо! Ребята, наконец-то этот Оскар достается мне, таксисту. Все, газуем. Давай, спасибо. Голду надо забрать. Голду заберите только. Голду надо забрать. Борецкий думал, что вы забыли. Фиг там. Отбросьте все свои предновогодние дела, ибо сейчас на Эпике наконец-то запахнет небывалой звездностью. Главный бой вечера, в котором сойдутся две популярные группы «Премьер-министр» и «Отпетые мошенники». И мы сразу начнем с приветствия. Пит, еще раз привет и вопрос тебе. Для тебя, как и для нас, полная неожиданность, что ты и Гарик появились на «Эпике». Доводилось ли тебе бывать на подобных мероприятиях? И, насколько мне известно, у вас были некие противоречия. Думаю, что вы сегодня их уладите. И в чем причина вашего конфликта? Причина в очень длинном языке у Гарика. Классическая причина. Кто-то кого-то хотел ударить? Гарик, он прав? Опять врет. Он все время врет. Ты врешь все время. Врунишка. Нехорошо обманывать публику. Говорить это одно,
Пусть я понял. Какие еще вопросы у нас будут? У меня максимально просто вот такой вот простой. Приходилось ли тебе решать конфликт кулаками, или ты максимально мирный человек? Я человек мирный, конечно, но если до этого дойдет, я готов. Ну, то есть ты готов, если что, ворваться и быть плохим мальчиком? Именно так. Я понял. Слушай, тебе вопрос. Мы с тобой давно не виделись. Как дела вообще? Ну, нормально. Все хорошо. Жизнь продолжается? Бодримся, да, нормально. А тебе приходилось хоть раз в жизни быть вот на подобном таком мероприятии, как Epic Fighting? Да, был такой проект в нулевых на MTV, бойцовский клуб назывался. А мне довелось быть на музыкальном ринге, кстати, очень давно. Но там было больше музыкальной битвы. Да, это немножко разные вещи. Там мы бились группы «Ленинград», да, там. А ты в тот день вечера, что там было, остался победителем или проигравшим? Я не помню. Озвучь, пожалуйста, какие виды спорта сейчас присутствуют в твоей жизни и насколько ты серьезно к спорту относишься? Я, да, занимаюсь спортом активно. Это футбол, хоккей и сейчас теперь уже... Благодаря Питу бокс. Скажи, пожалуйста, можно я спрошу? А, Гарик, а что ты вообще думаешь в целом про соперника? Вывезет он тебя? И почему вы решили схлестнуться в клетке? Ну, я не знаю, мы зацепились. Как-то Пит предложил выяснить это все на ринге. Мне неудобно заднюю втыкать, и поэтому я согласился. Ну, а так мы, по большому счету, мы коллеги, дружим. Дружим семьями, поэтому... Как о бойце, ты что можешь о нем сказать? Да ринг покажет, я пока не знаю. Ну, по ощущениям, интуиция что подсказывает? Я с уважением отношусь к нему, как к бойцу, скажем так. И немного опасаюсь. Несмотря на его вид такой, я думаю, что мне нелегко будет. Пит, скажи, как ты вот сейчас относишься к своему физическому состоянию? Что думаешь про свое тело? Ну еще бы недели три мне, я бы просто порвал любого. Немножко не дотренировался. У нас сегодня такая получается битва филиалов бойсбендов, понимаешь? Но это неплохо, прикинь. Бойсбенд, бойсбенд, бойсбенд. Конечно, теперь, правда, это называется Old Boys Band, потому что уже подросли, но, тем не менее, в душе эта задоринка и скринка осталась, и мы это увидим, когда будет их эпическая битва. 100%. Вы вот сейчас такие на улыбочках сидите, такие кайфуете на расслабоне, на чиле. Завтра, когда вы выйдете в октагон, вы будете друг другу улыбаться и бить лицо друг другу с улыбкой, или вы все-таки, ну, где-то достанете из себя какую-то злость и будете это делать по-настоящему круто, чтобы мы поверили вам? Ну, если Гарик будет улыбаться, я думаю, что по окончании боя он просто не досчитается зубов. Я, насколько знаю, у вас будет определенная защита на вас, да, вы будете драться вот в этих масках. Но, тем не менее, Пит, давай вопрос еще раз к тебе. Невзирая на всю защиту, я понимаю, вы артисты, вам надо беречь лицо. А ты сможешь ему доставить какие-то неприятности там по корпусу? У тебя есть какой-то план на бой? Конечно, есть. Я постараюсь доставить ему максимально неприятный бой. Можно чуть поподробнее? Может быть, ты нам расскажешь чуть-чуть секреты? Ну, я бы не хотел раскрывать всю стратегию, конечно. Но могу сказать, что печень надо прикрывать, Гарик. Печень прикрывай. Печень прикрывай, не наливай там себе, не налегай. Ну и, соответственно, вопрос к тебе, Гарик. Даже не вопрос, а просто пару слов на посошок в адрес твоего будущего противника. Ну что, Петюня, дорогой, готовься. Все будет по-настоящему. Да я готов. Ну, бить буду не сильно, но аккуратно. Прям как в кино. Слушай, Гарик, ну всем известно, что ты такой самый энергичный, самый бодрый в составе группы «Отпетые мошенники». Скажи, в этом бою тебе это поможет, твоя энергетика, твоя задорность вот этот? Надеюсь, поможет. А там посмотрим. Ну да, по-моему, все-таки помеланхоличнее Пит выглядит даже вот сегодня в такой праздничный вечер. Пит вообще на расслабоне, брат, вообще, ты понял? Как конечно. Будто бы он что-то убрал под стол, того, чего не было на столе, такой с кайфом. Или подруга его отвлекает просто. Они вместе отвлекаются. Правая рука у него внизу. Они вместе отвлекаются, по-любому, судя по дредам, у них что-то есть кайфовое. Ладно, суть не в этом. Пит, скажи мне, я вижу, ты на позитиве, на расслабоне, но, тем не менее, скажи, у тебя есть в русском шоу-бизнесе лица, которые тебе не нравятся, артисты, к которым ты относишься предвзято, которым бы ты хотел набить морду? Есть такие люди? Можешь кому-то сделать вызов сейчас? Да не, я ко всем хорошо отношусь. Я, скорее, лучше отвечу на вызов. Ответишь на вызов? Да, любому. Хорошо. А если тебе, например, сделает вызов Стас Борецкий, ответишь ему на вызов? Не вопрос, конечно. Все.
Но тут надо просто быть очень изворотливым будет. И коротко в кадык, и все. Я очень быстро бегаю просто, пусть догонят. Ну что ж, ладно, друзья, давайте поаплодируем нашим главным бойцам. Я с удовольствием посмотрю ваш бой. Куранты уже скоро, а у нас еще есть одна награда. Вова, подожди. Ты забанал. Подожди. Ты что сказал про меня, а? А вот как его бить? Вот как его бить вообще? Борецкий отрабатывает борьбу. Он просто очень хайп. Быстро, если только. Я хочу в камеру попасть побольше. Так, не трогай, у него поддержка есть. Черт, вот сильный сидит. Да вот сильный сидит, вот его поддержка, вот он сильный. Дядя. Давай, встали, вышли отсюда. Давай, чувак, давай. Новый год, ты давай, ты что ты на Новый год на носу скоро. Успокойся, Борецкий. Что ты? Борецкий. Стас. Да. Давай. Борецкий. Новый год на носу. Давай, выбери, бери, разнимай, разнимай. Ты че? Это мы братишки. Вот это че? Так, надо вызывать скорую. Конечно, совсем, блин. Тихо, тихо. Так, ребята, разойтись. Сейчас стрельнет. Молодежь. Я стреляю без предупреждения, все, понял? Без предупреждения остановили стреляю. Чуть-чуть. Спину могу. Вот, мне это нравится. Ну что, друзья, давайте под ваши бурные аплодисменты пригласим на сцену Пита и Гарика на Стардаун. Сделаем это красиво. Друзья. Выходите к нам, ребята, выходите на сцену. Вы пока еще друзья. Это главный бой вечера, друзья. Это Epic Fighting 4 сезон. Наш главный бой. Ваши бурные аплодисменты. Оторви ему волосы! Можете дать чуть-чуть напряжения, а то вы улыбаетесь, как будто вы сейчас сосаться будете, а не драться. Давайте. Это потом. Да. Позлее. Позлее, давайте. Все, спасибо, друзья. Буквально скоро мы выясним, кто одержит победу. Ваши аплодисменты. Это будет дико интересно. Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Добра, счастья, любви, благополучия. Самое главное, мира. И самое главное, помните, что Деда Мороза не надо бить. С Новым годом! Alimbet дарит клиентам бонус на экспресс до 100%. Максимально простые условия, уникальные акции. Чем больше событий в купоне, тем больше бонус. Выигрывайте и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Alimbet. Ну что, Андрей, братишка ты мой сердечный, время уже летит и уже вот-вот будет бой курантов. А у нас еще есть одна награда, которая ждет своего чемпиона. И прямо сейчас номинация «Лучший боец 12-го турнира Epic Fighting Championship». Кто же боролся за это звание в наших соцсетях и кого выбрали наши подписчики? Номинанты на звание лучшего. Мастер слова. Миша Выживший. Макс Стальной Пресс. Шаман Фаркадыч. Каздаман, Корней Тарасов, Шаминстан Иманов. И прямо сейчас под ваши бурные, нескончаемые аплодисменты, друзья, поаплодируем большому мальчику, который уже многих перерос, но все равно остается верен Epic Fighting'у. Лучший боец 12-го турнира, сеньор Фаркадыч! Фаркадыч! Самый няшный тяжеловес Epic Fighting'а. Сегодня он не планирует разбивать черепушки своим хейтерам. Он просто пришел пожрать. Давай, родной, иди сюда. Кто еще, если не ты, правильно? Я буквально, в диком восторге. Буквально два слова от тебя. Что я могу сказать? Я просто прошел большой путь от мешка с говном до того, кто бьет. До мешка и с говном. Награда за этот бой, наверное, у того, кого она должна быть. Вот и все. Так решили зрители.
Я когда, кстати, узнал, что я первый, я приятно удивился. Я думал, кто-то другой выиграет. Тебе от кого будет приятнее, от меня или от Андрюхи? От Андрея, конечно. О, давай. Братан, извини. Я не сомневался. Вся мама будет смотреть, мама. А, мама, с Новым годом, это вам. Спасибо большое, спасибо. Чувак. Большое. Спасибо, спасибо. Давай, братан. Да он даже руку мне не жмет. Не-не, давай, давай, я дотяну, отвернулся. Все, газуем, еще раз поздравляем Фаркадыча. Вот и подошли к концу анонсы наших легендарных противостояний. Держитесь крепче, скоро вас земля содрогнет и небо развернется. От сражений эпичных боев Epic Fighting Championship. А чтобы это свершилось, необходимо ставить лайки, колокольчики и, конечно же, подписаться на этот канал. Мы с вами прощаемся! С Новым годом! Ваши аплодисменты Андрею! Спасибо! Будьте здоровы, ребят! Тополиный ух! Жара петух! Ну что ж, друзья, несмотря на то, что заканчивается наша конференция, на самом деле это начало четвертого эпического сезона. И я поздравляю вас с этим началом. Этот прекрасный вечер подарил нам классные, крутые эмоции. Всех с наступающим Новым годом! Это Epic Fighting, четвертый сезон. Погнали! Твой силуэт в малиновом дыму нарушили мой покой. Вижу в глазах твоих азарт, не говори об этом никому. Этой ночью я твой плейбой. Мы так легко вошли во вкус, на дискотеке 40+. Рэксет и Мелани Си нам так кружит голову. Когда погаснет свет, утихнет звук, я украду тебя оттуда. И нас уносит такси на ночное рандеву. Мимо милфа из 80-х, перепиши на меня свою хату. Я подаю тебе самую жаркую ночь. Мимо милфа из 80-х, забей меня полночь на Милхантер. Эта любовь унесет твою пенсию прочь. Твою пенсию прочь. Подписывайтесь обязательно на канал, оставляйте свои комментарии, лайки и, конечно же, колокольчик, ёпта! Всех с Новым годом, это Epic Fighting 4 сезон!